В космосе постоянно летают кометы, и они постоянно теряют свой материал. Солнце обжигает комету, и поэтому она оставляет позади себя хвост. Но всегда терять невозможно. Скоро она совсем исчезнет. И поэтому продолжительность жизни комет меньше 10 тысяч лет. Но тогда возникает вопрос. Если Вселенной миллиарды лет, то почему до сих пор летают кометы?